Правила землепользования и застройки города Иваново планируется внести важные изменения. Слушания по этому поводу состоялись в мэрии. Теперь основной документ, определяющий всю городскую застройку, будет предусматривать обязательную процедуру согласования архитектурного облика будущих объектов. Речь идет о фасадах жилых, общественных зданий и рекреационных зонах. Промышленных объектов нововведения не коснутся. Инициатива Союза архитекторов была нами поддержана. Мы разработали нормативные документы и хотим, так сказать, их узаконить для того, чтобы все-таки архитектурный облик нашего города согласовывался и утверждался именно профессионалами. На данный момент законодательство не предусматривает какого-либо согласования фасадов, и в мэрии считают, что это неправильно. Специалисты будут следить, чтобы новые здания вписывались в существующую застройку, не разрушали общую концепцию улицы, не портили облик рядом стоящих строений. До этого мнение профессиональных архитекторов практически не учитывали. Существовала процедура некая градсовета и так далее, но к ее мнению все равно в конце не прислушивались. Если так будет, как планируется, то в первую очередь, конечно, встает мнение архитектора, профессионала, специалиста, который будет решать облик города, чтобы он был приятный, красивый, удобный. В первую очередь изменения законодательства коснутся тех зданий, которые еще только будут возводить. Застройщикам придется представить на согласование градостроительный план земельного участка. Если весь следующий год, скорее всего, будет переходным, то уже в 2019 году закон начнет работать в полную силу. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.